Подожди, попросите. Да, выбирайте слабину до команды. Выбираем. Павел, смотрим вперед, слушаем только мои команды. Команды техников и обслуживающих, это они между собой, технические команды. Поэтому смотрим и слушаем мои команды. Павел, смотрим вперед, смотрим вперед. Стоп. Сейчас ветер чуть-чуть выровняет. Значит, как бы нас ни потащило, Павел, мы должны устоять на ногах. Немножко вправо потащим, влево, там, назад, хорошо, и так далее. Не садиться. Смотрим вперед. Сейчас бросик натянется еще немножко. Мы должны постоять. Руки, ноги никуда не выставляем, все прижато. Хорошо? Стоим на ногах, стоим. Отлично. Кто сделал у меня? Кто у меня? Только садимся. Откидываемся назад. А мне как-то самому на силу было все. Бывает. У нас ноги свешены. Thank you.
Да, хорошо, отлично. Стоим ровненько, спокойненько. Хорошо, руки отпустили. Понравилось вам? Да. Надюш, ну что там у нас? Сейчас. Только девчата, да? Все, проходите туда, камеру там выключите. И расскажите по ходу, как вы думаете об этом. Классный полет. Че за чёрт? А? Во! Высоко мы, да, были? Вообще высоко были. Так, камеру надо выключить. Привет. Спасибо. Кто это, овцы или кто? Бараны. Бараны? Ну, бараны, я говорю, бараны. Ну, Питер, да, Питер видно. Видно? Хорошо, видно. Все, и космос, не видно. Ребят, мы туда вот кочеком не подходим. Молодой человек, Коля, отойдите отсюда, пожалуйста. Там камера включена. Да, я понимаю. Ну что, как у вас молодцы? Отлично. Все хорошо, вы довольны? Все, я продолжаю. Прекрасно? Нет, не успеваешь.